Не, ну что это такое, а? Ну это какая-то фигня, ну это никуда не годится. Что мне с этим делать? Ну я дизайнер или кто? Ну иди посмотри, пожалуйста, на это. Ой, Кать, что тебе опять не нравится? Зачем ты меня сюда призвала? Так, оранжевый краситель, коричневый, серый, светло-серый, голубой, синий, бирюзовый. Ну? И? Ты посмотри, сколько их мало осталось и какие фиговые цвета. Ладно, оранжевый краситель, я ничего про него не говорю. Это транспортная компания привезла новые закупки. Окей, но остальное-то, ну ты посмотри, цвета просто не трендовые. Не вне сезона. Ну, ну что мне делать? Тут же в основном серые. Светло-серые, бирюзовые, синие, голубые. Ну тебе хватит, чтобы покрасить еще хотя бы половину всех вот этих вещей в серо-голубых оттенках, Кать. У меня нет ни розового, ни фиолетового, ни красного, никакого нормального цвета. Эти мне не нравятся. Что мне делать? Я не знаю, где растут такие цветы. У нас вот только красные есть, да? Вот, но это големы, мы не можем их срывать. Ну так подожди, ты владелица вот этого магазина, Катя Крафт Жопа Попа. Ты же здесь производишь одежду, не я, значит, ты должна заниматься этими поставками, значит, должна ходить, собирать всякие цветы, а не меня потом шантажировать, то что, добудь мне новые цвета. Ну как это я сама должна заниматься? Ну тут у нас вокруг, ну нет цветов никаких. Ну только вот, ну ромашки разве что. Ну и то это, ну это не то, ну не то. Где розовый, где фиолетовый, я не знаю. Ладно. Учитывая то, что бизнес Кати Крафт появился именно из-за меня, и я открыл вот этот магазин, походу и мне самому надо заниматься поставкой цветов, потому что что-то твоя транспортная компания с этими двумя ламами как-то плохо справляется со своей задачей, тебе не кажется? Ну почему же? В последний раз оранжевый краситель очень даже кстати был, это прям хорошо. Ну, как я вижу, твоя транспортная компания только оранжевые цвета тебе приносит. Ну давай зайдем в наш вот этот сундук и посмотрим, возможно, там какие-то припасы остались. Если там что-то есть, можешь себе забрать. Я же не против, Кать. Все только ради твоего бизнеса. Ну давай посмотрим. Надеюсь, там ну, мне много надо, как. Прям очень много. Так, у нас тут красненький есть. У нас вот оранжевый есть. Черный есть. Забирай вот сколько хочешь. У тебя тут почти вот 10 красителей только в одном сундуке есть. Опять оранжевый, да у меня его дофига. Ну а черный, ну вон черный, пошли да убили вот эту каракатицу в воде и все. Ну это не то! Какую каракатицу? Ты Сквидвардом ее раньше называла. Ну Сквидвард, мне без разницы. Ладно, тогда можешь у пчелок забрать цветы. Вот здесь и синие, и розовые, и вот эти желтые, и белые. Забирай. Ну хорошо, ну заберу я в этот раз. А потом что? Они же заново здесь не вырастут. Ладно. Пришло время открыть Кате самую страшную девчачью тайну в Майнкрафте, о которой ты даже не знала за все практически 125 серий выживания. У тебя есть склад с цветами где-то там? Ну как склад? Даже лучше, чем склад. Мы сейчас с тобой, Катя, отправимся, я даже не знаю, в сказку какую-то для тебя, поэтому надевай крылья и полетели давай за мной. Ты уверен? Я уверен больше, чем когда я уверен. Пошли за мной. Погнали. Так, ну и зачем мы летим в зиму? Ну, какой смысл? Потому что где-то здесь есть мой секрет, его надо просто найти. Вот эта башня разбойников, в которой мы уже были 10 раз. Вот, кстати, мы здесь злого Жорика украли. Именно она служит мне ориентиром. Надо вот здесь остановиться. Давай, на ней! Ой-ой-ой-ой! Ой! Жива? Я выжила. Поднимайся сюда, поднимайся! Ой, да тут меня жорики злые сейчас атакуют. Ща, подожди, разберемся сначала, я поднимусь. Эй, подожди меня, пожалуйста. Подожди, налево или направо, или прямо. Там должна быть большая деревня. И вот за тобой Жорик бежит. Да, Жорик бежит, это хорошо. Там должна быть деревня, и за деревней должен быть вот этот мой секрет. Кать, я просто не помню, где. Так, убей Жорика. Сейчас, я бегу за тобой, да подожди. Давай, Жорик, стоять. На, со спины! По-свински, вот так вот мы поступаем с жориками. Сзади еще один жорик, купи второго жорика! Нет, все, побежали уже к своему секрету. К деревне мы добежали, вроде за этой деревней тот самый секрет. Только, пожалуйста, пообещай и мне, вот это, и всем подписчикам то, что ты не будешь орать как резаная. Потому что в предыдущей серии, когда Катя на своей концертной сцене... Стоять! Вот это... Что? Оранжевый краситель. Ну так это еще цветочки по сравнению с тем, что ты сейчас увидишь. Сейчас подожди, соберу, а то это мало ли вдруг больше не увидим.
Так вот, в предыдущей серии, когда Катя на своей концертной сцене пела песню вот это «Вдоль ночных дорог», вот это шла босиком и вот это вот я все. Я не жалею, да? Да-да-да. Половина подписчиков сказала то, что у них взорвались наушники, пошла кровь из ушей, потому что Катя слишком сильно кричала. Ну так вот, давай в этой серии ты кричать не будешь! Да хорошо, хорошо, ну где уже твой секрет? Ты сказал ориентир башни, ориентир деревня, мы уже бежим 100 лет. Ну так вот он, примерно вот здесь. Иди сюда, только смотри в пол, пожалуйста. За мной, вот сюда, вот сюда. Так, ага. Просто я еще даже Кате никогда в жизни не показывал то, что в Майнкрафте существует цветочный биом. Катя. Чё цветочный? Стой, смотри на меня и на счёт 1, 2, 4 подымай голову и смотри вот туда вперед. Хорошо? Хорошо, давай. Ну давай. 1, 2, 4. Это чё? Цветочный биом, цветочный лес. Это ты всё понасажал? Ты чё, до ремонта в Майнкрафте существует цветочный биом, и вот мы его нашли. В этом цветочном биоме просто обдристаться, как много цветов. И вот, тут тебе и красный, и ромашка, и пописяшка, и вот это тюльпан, и вот это, и ромашка, и короче, и все, и подсолнечное масло даже вот здесь можно собирать. Живи, как вот любые цвета здесь собирай, Кать. Лук-батун, слушай, так это же получается, что можно, ну, сюда прилетать и никакую транспортную компанию, А почему ты раньше меня сюда не отвел? Потому что это был секрет Майнкрафта. Сейчас, когда ты действительно понадобилась в этих всех цветах, я тебя сюда привел. Поэтому собирай и отказывайся к чертовой бабушке от своей транспортной компании. Она бесполезна, я тебе говорю. Так, ну все, в принципе, можешь уйти, там чаек попить, покушать, там сходить в командировку. Я тут пока все не соберу, я домой не уйду. Куда все? Ну цветы вот эти же не пропадут никуда. Ты сюда можешь приходить в любое время и собирать их, Кать! Так, ну подожди, тогда сначала соберу фиолетовые, в первую очередь, прям стака 3, наверное, соберу. Какие стака 3? Господи, да собери ты чуть-чуть и давай домой пойдем. Не-не-не-не-не, сейчас вот фиолетовые надо собрать, где лук-батун? Лук-батун тоже понравился, вот это. Оранжевый, так, ты вот оранжевый это... собирай, и подсолнечное масло тоже собирай, оно тоже хорошее. Да, оранжевого пока завались еще. Ой, я что-то сегодня не те ботинки надела, ну ладно, тогда же лучше. О, это соберем. Так, это мне трусишки покрасить, это мне носишки покрасить. А тебе надо что-нибудь покрасить? Да, надо по-любому тебе что-нибудь покрасить. Все покрасить тебе. Это красный, это зеленый, это вот так. Вот этот цвет самый красивый, я этот возьму побольше. Тык. А тебе галстук покрасить надо? А ты не носишь галстук? Я не ношу галстук, мне не надо, да. Ну и плохо, что ты галстуки не носишь. Это выкинем. Ой, нет, это не надо выкинуть. Офигеть, какой ты вместо вот арбалет выкинула вместо цветов! О, я его потеряла под водой, помоги! И застыла еще! Помоги! Ну, все, Кать, просрала ты свой арбалет, я не знаю, да где помоги, он! Помоги, я сейчас умру! Все, Кать, нет арбалета, вот выкинул ты его, и все! Ты поднял его? Я его не поднимал. Ты поднял его? Я не видел, где твой арбалет находится. Я пошла за арбалетом. Ищи давай, он где-то на дне морском. Блин, ну я вот прям сюда его уронила. Не, потеряла арбалет, он был там на пронзающую что-то стрелу какую-то там сколько-то. Ну все, Кать, как говорится, жадность фраера погубила. Вот не смогла сдержать свой аппетит перед цветами, вот и просрала свой арбалет. Вот и все. Скажите, что это он забрал мой арбалет, пожалуйста, он бы всплыл наверх сейчас. Ну проблема краски заключается в том, что никакой арбалет я не воровал, Кать, зачем, у меня есть свой. Ну и ладно, все равно это бесполезная вещь была. Это ты бесполезная. Цветы собрала? Ну, собрала. Ну все, тогда давай потопали домой, потому что нам еще надо строить то, что подписчики писали под предыдущей серией. Учитывая, что мы как бы читаем комментарии, в этой серии, Кать, мы будем строить батут. Да, еще водонапорную башню, и коньки построим, и еще там что-нибудь еще построим, да? Да, вот именно их. Все, пошли домой! Полетели. Пчелочки мои дорогие подруженьки, смотрите, что я вам принесла. У меня, правда, всего лишь один, но смотрите, это ландыш. Последний отдаю, можете пользоваться. А еще вот вам таких цветочков.
И вот так, их цветочков у меня много, берите все, мне не жалко. Ну все, а? Все, все, хватит хвалиться своими цветочками, пошли будем заниматься полезными делами. Найди среди всех этих сундуков вот это сгусток слизи. Где-то здесь он находится, я просто не помню где. Сгусток слизи? Да, сгусток слизи. Ну, чтобы сделать батут, нет, здесь еда, а, наверное, вот здесь взять... А, вот. Так. Зеленая это фигня! Да, зеленая вот эта вот фигня. Сейчас надо сделать полноценные вот такие вот блоки. 3 штуки. Ну, где-то вот 9 штук мы сделаем, чтобы ты точно не разбилась, когда будешь прыгать на батуте. Для батута не существует в Майнкрафте. Успокойся, пошли лучше важными делами займемся. Да, 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 не существует батута в Майнкрафте. Поэтому подписчики просили, чтобы я скрафтил батут и показал тебе, как он работает. Она реально даже не знает, кто такие слаймы. Она их не... Подожди, ты хотя бы раз в жизни вообще слаймов видела? Ну, я не помню, может, у Маринки? Короче, смотри, из этих слаймов выпадает вот эта жижа зеленая. И сейчас я вот эту жижу поставлю вот куда-то сюда, возле Эйфелевой башни. Опа, 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 опа. Вот так 9 штучек, и это настоящий батут. Понимаешь? Ты уверен? Ты уверен, что подписчики в этот раз тебя не обманут и опять какую-нибудь дичь не напишут? Ты все время веришь им? Кать, это слизь, это батут, на нем можно прыгать, вот смотри. Это там, там, видишь, прыгает. Ну что-то, как обычно, в принципе, я также по земле могу попрыгать. Ладно, а если я отсюда прыгну? Вот так, смотри. Уй! Опа! Видишь? Видишь, как прыгает высоко? Смотри. Я сейчас забираюсь вот сюда. И точно так же спрыгиваю вот сюда. Идентично. Господи. Ладно, чтобы ты мне поверила, берешь, прямо сейчас забираешься на верхушку Эйфелевой башни и оттуда шандарахаешься на вот этот слайм-блок и не разбиваешься. И разбиваюсь, ты хотел сказать. Нет, не разбиваешься, пожалуйста, поверь мне на слово, просто заберись и спрыгни. Знаешь что, я сейчас возьму просто своей жизнью, порискую ради тебя, ради подписчиков, чтобы доказать, что эта фигня не работает. Мне кажется, иногда у тебя мозг не работает, совсем чуть-чуть, потому что ты мне не веришь даже в таких банальных вещах. Просто возьми и спрыгни, пожалуйста. Так, я на Эйфелевой башне уже. Все, тогда целься на меня, вот сюда, смотри вниз. Ща, тут стекло разобьем. Вот сюда, смотри на меня, прыгай. Так, хорошо, наводим, все, полетели. Все, давай. Сейчас крылья сниму. Давай, давай, я тебя здесь жду. Только shift не зажимай, а то тогда сможешь разбиться. Главное, без шифта, просто сюда прыгай. На, там тебе пару кусков мяса, а то у меня свободного слота нет. А, ну спасибо за это, ага. Все, прыгай. Все, прыгаю. Давай. 1, 4, 8. Ну и чё? Не работает же, ну. Ну так слушай, для того, чтобы батут работал, надо прыгнуть на батут, а не мимо батута. Фиговый тогда какой-то батут получается. Так, стой здесь, я тебе сейчас покажу и приготовь вот это свои офигевашки. Ну давай, давай. Так, смотри, видишь меня? Да. Снимаем крылья и я прыгаю. 1, 4, 8. Главное не разбиться, главное не разбиться, главное! Подожди, я промахнулся сейчас! Все, все, сейчас подожди! Бабочку! До свидания, было приятно пообщаться. Сейчас будет вторая попытка, подожди. Вторая попытка! Рискуем жизнью! Попади, 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 попади! Па! Смотри! Что это было сейчас? Па! Я еще раз подлетел! Опа! А, видишь, как я высоко прыгать умею? Что, реально работает, что ли? Конечно, реально работает. Главное попасть. Залетай обратно и также покажи всем подписчикам, как можно высоко подпрыгнуть. Да подожди. 3 года. 3 года играешь в Майнкрафт, до сих пор не знаешь, что батут в Майнкрафте существует. Я не 3 года играю в Майнкрафт, ты чего? Ну, 2 с чем-то где-то там. Как? Да не 2. Ну, 2,5 примерно. Да мы с тобой столько не встречаемся. А, ну да, мы с тобой не встречаемся 2,5. Ну ладно. Я не могу взлететь. Почему я не взлетаю? Кипрсите! Я не могу взлететь, что делать? Может, потому что ты крылья сняла и не надела обратно? Это потому что я крылья забыла надеть, все понятно. О, господи. Так, все, давай, пробую.
Давай, я жду, ты главное вперед клавишу зажимай, чтобы долететь до батута, а то у меня тоже всё с первого раза. Молчи. Давай. Раз. Ой. Я говорю, вперед клавишу зажимай, чтобы... Все, давай, последняя попытка. Ну прыгай, давай, прыгай, давай. Ой-ой-ой. Давай, давай, что там вперед, вперед. Ты со второго раза попал. А почему так? Ну потому что ты попала, а потом промазала. А чё, как? Ну значит надо не промазать в следующий раз, давай еще одну попытку. Ну нет, все, давай, я убедилась. Эта штука работает, все, давай не надо больше. Все ей надо показывать, все ей надо демонстрировать, потому что на слова просто она уже не верит мне то, что реально работает батут. Все, я верю, и подписчикам, и тебе верю, все. Ну, слава яйцам хотя бы, ну, куриным, куриным, конечно же, куриным. И куда ты? Попробую еще. Да скелетон, дай мне попрыгать на батуте, а ты что бесишь? Да... Отстань. Но он меня это спрыгивает от меня с батута, отстань. А! Скелет. Слушай ты, дай мне нормально попрыгать, а? И не беси меня. Ты куда пошел? Иди сюда. Ты сам не прыгаешь и другим не даешь. Все. А чё, фигня какая-то? Не, фигня, вообще. О, это лучше. Ой, все, короче, надоело.